Есть субтитры? Не, нет. Так, перевод, ладно. Все получше. Выключай, выключай. Чего? Пока они даже не определяют слишком быстро. Ну, песня этого, Аптона. Или этого мужика. 22 миллиона? Ремейк. Почему это ремейк? Значит, был какой-то другой оригинал? Переделали. Звучит как какой-то такой модный поп-сингл, слышишь? Как умеет. Голос внутри тебя был. Певца. Чё? Ты певца съел, что ли? Вот если бы субтитров не было, вообще ни одного слова можно было бы не разобрать. Очень быстро читает просто на английском. Это Eminem. Ну типа. Это Aston. Eminem Aston. О, какой угрожающий крик. Ты сейчас умрешь. Всего существует таких вот клипов музыкальных постановок. Мне кажется, фандом столько уже их наделал, как будто нигде больше такого количества нет сумасшедшего. Да? Ну, типа, у него, видишь, две сущности борются. Фиолетовый мужик и спрингтрап. Когда фиолетовый говорит, то фиолетовый текст. А это говорит спрингтрап, то красный. Понял? Все, слились. Поэтому два голоса как будто. Понял? Две сущности поют. Все, сейчас пиццерия сгорит. И он вместе с ней, да? Он в Фокси. У нас был он бой. Все, пожар. Не, ну это нечто, конечно.